А, Тёма, резко сверху, один экипаж остался на старте. Тёма, морячек будет. Вот он, на Поларисе, на горилле. Это горилла, да? Да. Ну всё, все, что да. Смотри, краснодарцы, красавцы. Давай, резко. О, перевернулись, блядь. Вот и первый замок, первая проблема, и сразу же. Не дают друг другу проехать. Тёмыч, давай! Да, с пилотами всё отлично. Кто же это был? Сейчас узнаем. Да, краснодарцы, ребята. Не зайдёт. Сергеюшка, Артём, там вообще я поехал, меня побили всего. Смотри, на горелика хуярит. Машина перевернулась. Остальные участники они продолжают. Они вылезли нормально. Ему похуй на этой горелик. Где застрять? Похеру, смотри. Мотор немного не крутит, куда едет? Понижай, куда крутишь? Ну вон, горилла что творит, блин. Смотри, да а что, то он не заедет туда. Артём? Машинка. Артём, смотри, не боец. Пойдём туда на мост, зай. Куда? На мост, там прикольно. Мы видим проблемы. Участников из города Майкопа, но они не могут это сделать полными руками. А тем временем их машина мешает участникам, создает дополнительные сложности. Но обходят эти препятствия. Посмотрите все-таки, где Ирик Минахметов обходит уверенно всех уже на второй круг. Что, на заднем приводе, что ли? Нет, они вторыми едут. Вот вырвался экипаж. Что у них? Уберите постороннюю трассу. Около артикета посторонней трассы в черной кофте. Немедленно покинуть трассу. Посторонним на трассе делать нечего. Ваш экипаж будет сняться всем. Отошел посторонний. Thank you.
вовремя, диджей молодец, ориентировался. Да. Команда Красноселье Спорт, Красноселье Спорт, и сразу Сергей и Влади, и Евгений Штурман у него. Пошли на финальный строк. Все остальные участники не могут продолжать движение ввиду тех или иных причин. У кого-то с машиной, у кого-то с трассой. Ну а экипаж из Майкопа в самом начале, я напомню, сошел. Очень хорошо стартовали ребята, но, к сожалению, на первом же опасном повороте их машина перевернулась. Grand Prix Russia 2012, друзья, сегодня в Сабинском районе, в Татарстане, в деревне Венгер, проходит третий этап открытой генерозной квадросерии. Это нас радует. Он слушает. Сергей Эстрадов, Влади Евгений, второе место финиширует.